В завершении выпуска обзор аккаунтов Сургутского района в соцсетях. Глава Андрей Трубецкой в Фейсбуке поделился победой. Арт-парк в Рускинской вошел в реестр лучших федеральных практик в России по благоустройству 2019 года. Андрей Александрович пишет, что всего в Минстрой поступило 536 проектов от 84 регионов. Конкурсная комиссия отобрала 132 лучших. Основная цель реестра – обмен опытом, решениями и объединение самых оригинальных версий преображения территории в одном месте. Арт-парк в Рускинской создавался большим коллективом взрослых и детей. На каникулах в 2018 году 400 мальчиков и девочек разрабатывали концепцию скульптурного парка под открытым небом на основе хантыйских сказок и легенд. С помощью художников фигурки обрели вид настоящих произведений современного искусства. Деньги на реализацию проекта – это около 11 миллионов рублей – поступили из нескольких источников – районного бюджета, недропользователей и собственных средств НКО «Среда развития». Всего через год, в июле 2019-го, в день государственного флага России, арт-парк был официально открыт. Еще Андрей Трубецкой в своем аккаунте поделился фотографиями деревни Тайлакова. «Есть и такие уголки в нашем районе, куда только вертолетом или по реке», – написал глава, предложив полюбоваться на красоту, которую запечатлели на камеру смартфона. Паблик «Глава в районе» во ВКонтакте поздравил всех подписчиков группы с Днем Матери. Его отмечают во многих странах. 10 мая, несмотря на то, что российская дата, последнее воскресенье ноября, кураторы аккаунта нашли повод, чтобы еще раз сказать мамам спасибо. Согласилась с ними и заместитель главы района Дина Кузьмина. Дорогие мамы, я желаю вам от всего сердца иметь как можно больше поводов для гордости за своих детей, обладать безграничным терпением, проявлять мудрость в воспитании ваших детей. Желаю всем мамам здоровья и чтобы ваши дети как можно дольше имели возможность заботиться о вас. Департамент ЖКХ в Инстаграме напоминает, что в Сургутском районе действуют особые противопожарные режимы и рекомендуют пока воздержаться от посещения лесов. К призыву советуем прислушаться, тем более, что пожары в Сургутском лесничестве уже были. Вместо этого давайте подавать заявки на конкурс «Предприниматель года Сургутского района 2019. Главный приз нынче будет равняться 300 тысячам рублей. Заявки можно подавать до 19 мая на официальном сайте конкурса kp.admsr.ru. Совет молодежи Барсова напоминает, что сезон клещей в разгаре. В инстапрофиле они опубликовали инструкцию, что делать, если ты обнаружил членистоногого на себе. Вместе с тем, в случае, если вы вдруг заметите, что клещ к вам присосался, рекомендуем не трогать его и максимально быстро прибыть в больницу. С этими целями необходимо обращаться в травмцентр, там насекомое и достанут. Если вы находитесь далеко и оперативно приехать к врачам не получится, уже тогда выкручивайте клеща, но сохраните, чтобы сдать в лабораторию на исследование. И в завершении о красивом и праздничном. ТОС Владимир из Барсова украсил подстанцию скорой помощи баннерами с фотографиями врачей и медсестер в годы Великой Отечественной войны. Медиков ждали, им доверяли, на них молились. Написали члены ТОСа в аккаунте, еще раз поздравив пользователей интернета с юбилеем Великой Победы.